Да, вот она, ружбаечка моя. Без патронов, без патронов, патронов нет. Ах, да как ты меня задел-то, а, гад? Убил меня. Это существо может ожить. Так, все, бабку мы щелкнули. Ё-моё, чё с ней там? Нафига она там вращается? Дед идет. Так, ладно. Посмотрим. Патронов нету. Блин, а где мне взять патроны? Патроны вроде бы как еще на кухне лежали. Сейчас пойдем проверим. Где-то кто-то здесь бегал. Так, вот он, ключ мой, который мне нужен. Бабку сразу мы щелкаем. И где-то дед должен был. Где-то сейчас подойдет дедушка. Все, бабка легла отдохнуть на 2 минутки. А вот и дед. На тебе, гад. Так, ребята, продолжаем играть. За бабку. Против бабки мы играем. Где-то у меня здесь лежит. Вот, пестик. Все, пестик мы взяли. Так, идем. Где-то кто-то здесь бегал. Так, вот он, ключ мой, который мне нужен. Бабку сразу мы щелкаем. И где-то дед должен был. Где-то сейчас подойдет дедушка. Все, бабка легла отдохнуть на 2 минутки. А вот и дед. На тебе, гад. Все, бросаем пока. Так, а где у меня был ключ? Блин, дед, гад, а. Отдай мне свою эту монтировку. Монтировочку свою отдай мне. Пожалуйста. Так, вот берем ключ. Идем. Так, бросаем сюда. И забираем мясо. Мясо забираем. Так, время у нас еще есть пока. Так, и мне нужно еще пистолет свой забрать. Электрошокер. Вот это тоже нам нужен ключик. От чего ключик этот? Я не могу вспомнить. Давай проверим. Нет. Ага. А где у нас этот? Я все путаюсь. А, вот сюда сейчас. Так, спускаемся. Здесь поднимаемся. Да, вот от этого штука. Все, теперь у меня есть ружьишко. Теперь у меня есть ружье. Так, ружье тоже бросаем сюда. Ключ, смотри, он упал прям на эту штуку. Все. Так, еще я возьму электрошокер на всякий случай. Так, а тут что блестит? А мясо, подожди. А там много кусочков мяса или нет? Я это не помню. Я брал мясо или нет, вообще не помню. Так, где у меня электрошокер? Так, никого нету там. Так, берем на всякий случай электрошокер. Все. Есть. Так, электрошокер я бросаю сюда. Дальше. Ключ берем. Сюда бросаем. Блин, а ключ этот не сюда надо. Ё-моё! Это же не в этом месте. Во, бабка идет. На тебе. Так, 2 минуты 30 секунд. Где дед? Дедульку мы сейчас щелкнем. Да, не туда это я все оттащил, конечно. Тут еще что-то блестит. Что это такое? А ключик какой-то. Где дед? Дед, ты мне нужен. Вот он, на тебе, гад. Так, сразу давай эти патрончики возьмем. Все. Патроны я взял. Так, бросаем пушку. Забираем ключ. Ключ берем. Потому что не отсюда. И мясо. Где-то мясо тут лежит. Короче, фиг знает, где мясо. Так, идем. Сейчас мы открутим.
Выключим воду. Откачаем. Так, все, откачали. Теперь нам нужно мясо. Мясо находится на кухне. Если... Ну, в принципе, я же мясо все сюда бросил. Только я не вижу, что... Куда я мясо дел? Батюшки свет. Короче, мяса здесь нету. Пошли сходим на кухню. Так, времени еще есть, прям, в принципе. 2 минуты 30 секунд. Может, здесь еще мясо есть? Да, вот оно мясо. Берем мясо. Так, тут откроем, посмотрим, что здесь, ничего нет. Так, и нам нужно вот это животное покормить. Вот сюда идем. Так. На, жри мясо. Я тебе мясо же бросил. Иди, жри мясо. Подожди, я возьму сейчас еще ружбайку. Если что, я ее застрелю сейчас. Ага, чудище это. Чего тебе надо, а? Ты где там? Чудо. Есть. Убили? Или что? Зачем мясо мне надо было? Вот он, ключ. Так, ага. Так, ключик сюда бросаем. Уберем ружбаечку. Я не знаю, правильно ли я сделал, что я убил это животное. Ага. Типа, положи мясо сюда. Да, все, положили. Потому что это существо может ожить. Так, все, бабку мы щелкнули. Ё-моё, чё с ней там? Нафига она там вращается? Дед идет. Так, ладно. А, посмотрим. Патронов нету. Блин, а где мне взять патроны? Патроны вроде бы как еще на кухне лежали. Сейчас пойдем проверим. Вот, есть. Есть 2 патрона. Где этот дед? На тебе, гад. Так, возвращаемся. Так, отсюда вам может быть ключ. От этого сейфа. Так, берем ключик. И идем до того сейфа, откроем. Попробуем. Да, вот он, вентиль. Так, а этот вентиль нам зачем нужен? Сейчас проверим. Проверим сейчас, для чего нужен вентиль. Может, его сюда нужно установить? Слушай. Точно. И что я сделал? Вопрос. Так, ничего не изменилось здесь, да? Тут что-то сверкает. Не знаю, зачем этот вентиль нужен был, ну ладно. Пойдем, заберем пушку. Так, патронов нету больше, да? Где еще могут быть лежать патроны? Они... Ох, тихо. Что это было? Так, патроны, получается, они... Вон, дверь я эту открыл, прикинь. Так, мне нужен ломик срочно. А где у нас лежит ломик? Вот это хороший вопрос. Где ломик лежит? Так, это существо сдохло или нет еще? Да, оно вообще сдохло, я его убил. Конкретно причем. Где же ломик? Я не помню. Где же ломик был? Сейчас посмотрим. Так, ну здесь явно нету ничего. Да. Сейчас будем искать лом. Где он может лежать? Может, на втором этаже? Пошли на второй этаж.
Бабка, блин, ходит. Так. Мне нужно срочно еще патроны. Которых нету, да? Так, сейчас дедок придет. Так, бросаем ружье пока. Да. Ломика нету здесь нигде. Угу. Где же может быть ломик? В этой комнате. Так, еще что-то нашел. Слушай. Что-то я нашел. Так, ну вот здесь. Как бы это я не открою. Блин, где же ломик, а? Так, вот еще патроны лежат, прикинь. Так, ладно. Давай это бросаем. Блин, она не бросилась туда. Да оно не бросается. Есть. Так, вот эту тоже штуку попробуем бросить. Нет, надо, короче, сюда. Вот так вот бросить сюда, я нафиг не знаю, что это такое вообще. Так, а где мой, где моя пушка? Мне нужно пушку забрать. Блин. Да. Куда... А, может, здесь пушка лежит? Нифига, куда я пушку свою дел? А где я убил деда? Деда я наверху убил, кажется. Его... На кухне. Ладно, идем на кухню. Посмотрим. Да, вот она, ружбаечка моя. Без патронов, без патронов. Патронов нет. Ах, да как ты меня задел-то, а, гад? Убил меня. Пятый день, последний день. Все, ладно, отправляемся. Нам нужно найти ломик. Сначала мне нужно эту ружбаечку свою подобрать. Все. Так, и мне нужно срочно пульки, пульки. Пулек здесь нету. А где же я видел пульки? Тут пулек тоже нету нигде. Так, в этой комнате нету пуля, конечно. Кто бы там пульки держал бы. Так, дед пошел наверх. Наверху, кажется, пули были. Да. Пули были наверху. Плохо, что они не добавляются здесь. О, нет, бабка. Бабка, бабка, иди нафиг. Иди нафиг, иди нафиг. Вот у меня есть для тебя. Подарочек, держи. Все, отдыхай. Теперь деда надо прикончить. Где этот дед? Дед наверху стопудово. О, есть. Так, бросаем пока. Идем за ружбайкой. Так, ружбайку я оставил внизу. Так, иди. Все. Бабуля, как у тебя здоровье-то? Нормально. А, все, исчезла. Ну, прикинь, она исчезает. Бабка исчезла, и неизвестно, где она вообще восстановится. Так, и дед. Так, а дед, ты еще не исчез? Гад. Тоже и дед исчезает, смотри. Дед тоже исчез. Так, а где я видел пульки? Блин. Самое интересное, где ломик вообще лежит? Нету здесь ломика. Так, ага, мясо. Мясо мне не нужно. Да где же я видел? Пульки лежали. Хоть на паузу останавливаю, перематываю, смотри. Где я их видел? В комнате у него, может быть? Нифига. Так, комнаты, давай посмотрим, что у нас здесь. Нету их. Бабки этой. С дедом. Так, ну я тут все перешарил, прикинь, короче. Ну реально, это ломика нету.
Во, патрончики. Реально ломика нету. Я не знаю, где ломик. Так, это я куда? Сюда зашел через окошко, да? Так, здесь я был уже. Так, вот он получается. Я его пытаюсь как-то сломать. Space to drop, так, бросить это не надо. Так, это не отламывается, ладно. Так, у меня уже получается один патрон. Опа! Нифига, я думал, если я выстрелю, то оно сработает. Так, иди отсюда. Ах, ты моя бабка вонючая, меня щелкнула. Не успел я взять свой пульку свою. Так, они меня решили кракену отфигачить. Ах, вы такие негодяи. Смотри, он сейчас постукает. Кракен. Все, гейм овер.